Балтийское море и город Лиепа, Латвия. В этой глушь нас поселили, далеко от Риги, 80 километров, Латвия. Кругом глушь, но здесь очень красивая природа, свежий воздух, лес. Озеро рядом. Это получается частный дом одного латышского чувака в глуши леса. Здесь уютно, красиво. Волки ночью бегают в лесу, кабаны. Отлично здесь. Покоряем латышский водопад. Пол пути пройдено, осталось немножко. Это моя работа. За неделю пребывания в Латвии моя тренировка заключалась в том, что я купил дрова. Завтра у меня бой, а я тренируюсь сумасшедший. Дело, блядь, смело. Надеюсь, мне это поможет. Тем более, делал людям доброе дело. Всего доброго, до скорой встречи. Надо.